Харди, что такое? Что такое? Куда мы попали? Я не знаю, Нубик, что это такое? Клиперы! Подожди, смотри, какой-то сундук, давай посмотрим, что там такое. Нубик, блин, да как я в Майнкрафте играл, а тут что, где я вообще нахожусь-то? Смотри, здесь есть какая-то книжка. Что там написано? Давай зачитывай. Она называется «Испытание». Здесь какие-то надписи. Может, это ваше испытание. Еще никто не уходил живым отсюда. Вам нужно выполнить два условия, чтобы выжить. Что это такое? Что это значит на Харди? А, подожди, может, это вот условия, вот те, что... Вот здесь написано первое условие, второе условие. Первое условие — решить пример 1 плюс 1 плюс 1. Что это значит? Нет, где его нужно знаю. Решить? Что это такое? Второе условие — поставить лайк. Блин. Мне кажется, если его не решить, то мы явно оттуда не выберемся, но блин, мы не должны этого допустить. А ты знаешь, как его решать? Я не помню. Я помню, как что будет 1 плюс 1, 2, а блин. Смотри, там есть меч против криперов. Это меч видим. Против криперов? Лук профессионал. Наверное, это мне лук. Да, Харди, тогда возьми ты. Книжку. Давай книжку здесь оставим. Она какая-то очень злая. Ладно, да, давай. Подожди, куда мы вообще попали? Что это такое? Я не знаю, это похоже на лабиринт, но здесь очень много криперов, и мне страшно. Блин, смотри, там нет крипера, пошли туда, в ту сторону. Давай, а подожди, дай вот этого, у меня прям не терпится ему вот так. Да. А, да, у тебя же есть лук, давай. Стоп. Лука. Здесь тоже крипер идет, убей его тоже из лука. О, я убил. Ну-ка, а ты уже убрал паутину, молодец. Ха. О, он убежал, он какой-то странный. Вот здесь еще один крипер, еще один крипер там. Там их много? О, блин, что за фигня, почему их здесь... Так, миллионы. Ладно, походу, давай. Блин, Харди, пока мы еще живые, давай, пошли в другую сторону. Да, давай туда, а то, блин, там что-то вообще нереально. Сколько их там, я боюсь. Нубик, давай аккуратнее, стой. Ты иди прямо на шифте и оглядывайся в каждую сторону. Так, потому стоп, что мне... Нет, давай вместе только ходить. Да, давай. Но мне кажется, что их здесь очень много. И, блин, это... Я понял, походу, это какой-то лабиринт, который мы должны пройти. Видимо, но это будет, видимо, нелегко. Подожди. Так, везде одна паутина, одни лианы, блин, куда нам нужно? Очень много. Смотри, крипер. Я вижу какой-то такой... свет там. Ну-ка, что там такое, давай посмотрим. Это лава какая-то. Да? Да, так, смотри, это... здесь как сделано. Здесь какая-то кнопка, Кубидон, смотри. Где? Смотри, кнопка какая-то, аккуратней, да подожди. Не, давай. Не нужно на нее нажимать только, не нужно. Блин, я боюсь, ну лучше, а давай все-таки проверим, может что-нибудь произойдет. Ну попробуй наступить, но только тихонечко. Отойди вдаль, я сейчас быстро, а если что, сразу же отбегай. Хорошо. Раз. Два, три, оп, блин. Бежим. Вроде ничего, все нормально. Все хорошо. Фу, может, это, походу, может она что-нибудь там активировала вдалеке где-нибудь? Я не знаю, возможно, может она какой-то тайный ход открывает. Харди, пошли сюда проверим. Блин, здесь тупик. Блин, здесь вообще пусто. Смотри, что там есть, смотри, аккуратно только. Ты видишь это? Я возьму лук, если что, да, я вижу там, это столик. Вот, здесь никого нету. Прикрой сзади пока что, это столик зачарования. Я хочу зачаровать свой меч. У меня как раз остался опыт. Нубик, все, давай, ты зачаровал? Да, все, Харди, я зачаровал, иди, теперь я тебя прикрою, иди. Я быстренько сейчас себе тоже сделаю меч. Так. Все, Харди, ты зачаровал? Да, у меня все готово. Давай, аккуратно, пошли. Блин, так, пошли сюда. Мы с тобой изучили здесь все, я... Смотри. А, это тот, откуда мы пришли, да? Уже потерялся, да, стой. Ой-ой-ой, он сюда, Кубидон идет, стой, тихо. Ой, сейчас я бегу от него. Так. Ты убил? А, ты убил, по-моему. Блин, да. Здесь очень страшно. Куда мы вообще упали? Крипер нет, один. Я его сейчас с лука убью. Да, давай, я пока здесь смотрю, чтобы никого не было. Это все из-за того, что условия не выполнены, и мы, блин, сейчас умрем. Здесь еще один крипер. Блин, надо, чтобы кто-то выполнил условия. Ну кто, блин, мы же не можем этого сами сделать. Потому что я не помню, сколько будет вот там 1 плюс 1 плюс 1. А, я забыл. Ладно, пошли искать выход. Так, давай здесь очень темно. Там еще какая-то... А, мы здесь были уже. Подожди, я, может, там вход, выход, не знаю, закрывается. Так. И ладно, ну, я... Подожди, давай прислушаемся. Слушай, давай внимательно. Слушай. Вроде бы ничего. Я ладно. Тоже ничего не слышу. Все, аккуратно. Так, давай, иди за мной, я буду прикрывать. Да, давай, так, я назад смотрю. Что здесь такое? Ай! Фу, блин. Что такое? Кто там? Там крипер. Ай-яй-яй! Фу, блин. Это было реально. Ну, эти криперы. Смотри, здесь еще один какой-то проход есть. Только он через лаву. Мы сможем перепрыгнуть? Я думаю, да, но там точно не пойдем. Тут стрелы стреляют. Блин, это вообще опасно. Пошли тогда перепрыгнем. Смотри прям по сторонам. А, вот, да. Смотри, здесь какая ловушка. Подожди. Смотри, я там вижу какую-то картину. Аккуратно, стой. Здесь какая-то бличка. Что написано?
Вы в тупике. И Блин. смотри, и картина с пауками. Блин, А она может как... идти проход? А, нет. Нету никакого прохода за ней. Блин, странно. Ладно, давай пошли дальше. Ну, смотри, осматривайся. а, там опять тот же сундук. Как он мне надоел уже. Я реально боюсь. Здесь надо очень Ой, аккуратно смотри, ходить. здесь какая дырка, смотри. Нифига, как мы туда попадем? Блин, можно как-нибудь обойти. Смотри, здесь сколько паутины. Ого. Блин, там наверняка проход. Давай быстрее, ломаем. Я уверен, что там что-нибудь есть. Давай, я забегаю, забегаю. Давай, давай. Блин, здесь что, тупик, что ли? Здесь, да, здесь тупик. Блин, мы зря ломали эту паутину. А как мы сюда при... Смотри, здесь все горит. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно, Харди, чтобы ты только не сгорел. Блин, капец. Давай как-нибудь перепрыгнем туда. Ой-ой-ой, я Харди, загорелся, Харди, блин. Харди, живи, Харди. Сейчас, тушусь, тушусь, тушусь. Все, супер. Так, давай, а давай попробуем здесь вот обойти по кругу. Нубик, давай попробуем обойти здесь по кругу ее. Может Давай быть. попробуем. А, здесь, да, здесь, смотри, здесь можно Ой, еще обойти. одна картина. Я очень испугался, блин. Да, здесь Так, вот, так, вот так. проход. И здесь тупик опять. Да как так-то? Ого, вот здесь что-то какое-то есть. Блин, сейчас паутина. Подожди, стой, я сломаю, аккуратно. Давай, давай, ломай пока что, я смотрю. Я нашел выход, Нубик! Нубик! Это выход? Вот он! Прыгай, наверное, давай, давай, пошли! Так, 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 Подожди, так. аккуратно, аккуратно только, чтобы там никого не было. Никого Нет. нет? Ахаха, вам не выбраться отсюда. И смотри, там еще какой-то... А, там факел просто, блин. Блин, на! Да Даже... что за фигня-то такая? Кто же нас так может троллить? Че это вообще такое? Может быть, это Фадус? Нет, я думаю, что он не мог тут сделать. Надо закрыть этот люк, чтобы он... чтобы мы туда снова не провалились. Да, давай. Аккуратно, пошли аккуратно. Блин, главное, чтобы больше не было криперов. Я надеюсь, что... А, Нубик, я Что? походу понял. Смотри, что нашел, смотри. Сундук. Да, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Защита от Братья! криперов. Два комплекта. Офигеть, это прям под нас. Давай, берем. Нубик, я походу понял, почему это нет больше криперов. Хоть, ну, я не знаю, может быть, потому что уже выполнили задание? Блин, я надеюсь. Это очень хорошо, что наше задание выполняют. Только, а кто это делает, ты знаешь? Я не знаю, почему он так происходит, но криперов реально стало меньше. Так, Тубик, давай аккуратно. Я уже, честно говоря, запутался. Блин. Я не знаю, куда идти. Смотри, есть какой-то коридор очень такой. Нифига себе, там сколько паутины, блин, смотри. Офигеть. И как мы здесь пройдем? Стой, я вижу там крипера, криперы, там криперы. Отойди, отойди. Я его сейчас лука попробую убить. Если у меня получится. Так, на тебе. На тебе. Получается? Ой, Я пока сзади он смотрю, сюда. чтобы криперов не было. Давай, 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 давай. Я сейчас попробую его добить, если у меня получится. Ой, блин. Он через паутину идет. Я его убил. Все, супер. Так, посмотри там, чтобы больше не было криперов. Вроде бы нет. Нубик, я не уверен. Но я надеюсь, что там больше нет. Давай, я аккуратно сейчас проверю. Давай, я давай. паутину убрал. Я пока что да? сзади смотрю. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, 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 так. Я надеюсь, что там. Блин, это реально страшно. Все-таки крипер еще здесь, значит, задание не до конца выполнено. Блин, блин. Кто же еще не выполнил задание наше? Еще один крипер! Тихо, тихо! Так, Харди, аккуратно, аккуратно, ты чего? Успокоимся, успокоимся. Вот он бежит! Так, на тебе! Убивай, на убивай тебе. Его, убивай! Сейчас я. Все, я его убил, супер! Все, Харди, я молодец! Надеюсь. Иди сюда! Блин, да хватит уже эти криперы! Почему их так много-то? Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, здесь вроде ничего нет больше. Я вижу лаву, опять лава! Так. Почему здесь тупик. Везде столько лавы? Наконец-то! Это выход? Это выход! Мы что? Блин, мне кажется, это какая-нибудь тоже ловушка. А как мы пройдем? Смотри, тут же. Мы же не сможем перепрыгнуть. Да нет, ну мы, наверное, сможем. Давай попробуем. Сейчас я попробую. Давай, давай, Харди, попробуй. Нет, отлично! Давай, Нубик! Пока я. Молодец, молодец! Даже, блин, что, да что это такое было? Блин! Я даже заделал бы нафиг здесь все, чтобы больше здесь не появляться. Да, заделал давай, бы давай. Нафиг весь этот вход, лишь бы глаза мои его не видели, потому что это что-то реально страшное и сложное, чтобы сюда больше никто не попал. Все, наконец-то мы смогли выбраться отсюда. Знаете, если, Нубик, раз мы смогли отсюда выйти, значит задание все-таки кто-то выполнил. Блин, Харди, нам все-таки помогли. Да, это было реально какое-то сложное испытание. Я не знаю, кто его придумал и почему мы с тобой именно здесь оказались. Я, конечно, очень рад, что мы с тобой пообщались, но я не хочу общаться именно в таких условиях. Мне это очень не нравится. Это реально было сложно. Мы с тобой просто выживали как могли. И ты мне помогал, и я тебе помогал. Ну, Нубик, ладно, у меня там тоже свои дела. Я пошел дальше делать свою ферму животных. А ты куда пойдешь? А я там со свинками игрался. И я еще тоже свой домик достраивал внутри.